Сегодняшняя акция стала завершением кампании журналистов в поддержку детей, страдающих лейкозом. Напомним, сотрудники ТТК, присоединившихся к ледяному флешмобу, не только облились холодной водой, но и в качестве благотворительности собрали деньги на лекарства. Деньги активно приносили в ящик, расположенный в офисе ТТК, и горожане. Сегодня председатель фонда «Дети за жизнь» подсчитывают сумму, которую удалось собрать. На этот раз неравнодушным жителям нашего города удалось собрать порядка 104 тысяч тенге. Сотрудники фонда тут же отправились в одну из аптек города, чтобы купить для детей самые жизненно необходимые медикаменты. На них ушла большая часть собранного – 87 тысяч тенге. Фармацевты, в свою очередь, решили также не оставаться в стороне и сделали для детей, страдающих лейкозом, свои подарки. Передаем детям с онкозаболеванием различные подарки от сети аптек «Парацельс». Желаем им всего хорошего, чтобы они выздоравливали. Спасибо. Председатель фонда Аурика Селищева уверяет, всего этого набора лекарств семьям с больным ребенком хватит лишь на месяц. А вот оставшиеся деньги было решено потратить на фрукты. Кроме того, темиртауские предприниматели предоставили продуктовые наборы, которые для родителей больных детей – большая помощь. Важна помощь любая нашим детям, потому что в основном наши семьи дети – в которых есть такие детки, они остаются одни без, значит, мужской помощи. То есть папы бросают такие семьи, они остаются одни в основном. Все ложится на плечи мамы. Мама не может работать. Естественно, алименты папы не платят. И просто люди выживают. А вот руководство частной школы «Престиж» организовало для детей праздничную экскурсию, которая завершилась чаепитием. Педагоги заверили, если здоровье этих детей позволит им продолжить обучение среди сверстников, то они готовы принять их в свою частную школу на особых льготных условиях. Дети же, в свою очередь, остались очень довольны и экскурсией, и редкой возможностью пообщаться друг с другом. Мне очень приятно быть на чаепитии, тут хорошо, мне нравится. И тут много детей, мне нравится. И спасибо за подарки всякие. На сегодняшний день в Темиртау лейкозом страдают 9 детей. Трое из них на данный момент находятся на стационарном лечении. Неравнодушные горожане сегодня могут присоединиться к благотворительной акции «Дети за жизнь». Ящик для пожертвований все так же находится в офисе компании ТТК. Анна Калинина, Владимир Пороховой. Новости Темиртау.